А теперь поговорим о том, как быть, если потеряны не только документы, но и надежда на завтра. Тем, кто столкнулся с трудностями, помогут в Центре социальной реабилитации «Тюменский». Он находится в Нижнетавдинском районе. Сегодня курс. Там проходит около 20 человек. Как им помогают справиться с зависимостью и как сделать шаг к новой жизни, расскажет Карина Закирьянова. Ни заборов, ни ограждений. В Центре социальной реабилитации «Тюменский» никого не удерживают насильно. Сюда приезжают лишь те, кто действительно сам хочет победить зависимость от алкоголя или наркотиков. Дима Куценко приехал 4 месяца назад из города Экибастуз. Уже, можно сказать, хорошо себя чувствую. А так, ну, тяжело было первое время, первый месяц, второе очень тяжело было. Сейчас уже, ну, как-то более-менее начинаю справляться с самим собой. И действительно, ну, знаю, что мне это надо, и поэтому каждый раз пытаюсь. Центру 21 год. Опытные специалисты разработали программу «Восстанавливающее сообщество», которая рассчитана на год. Первые полгода ребята должны отойти от наркотиков, от алкоголя, влиться в программу реабилитации. А на втором курсе ребятам уже дается возможность взять какой-то более ответственности на себя. Во втором полугодии подопечные центра трудятся в местной теплице, ухаживают за домашними животными, занимаются с психологом. В центр могут приехать и женщины с детьми. С малышами занимается воспитатель, пока мама борется с зависимостью. Если надо, помогают восстановить документы. После прохождения программы реабилитации мы людям помогаем, конечно, устроиться на работу в различные сферы, вот, которые с нашими партнерами, так сказать, это и магазины автозапчастей. Большинство тех, кто прошел реабилитацию, целиком уже не возвращаются к прошлой жизни. И еще лечение и проживание в этом центре бесплатное.